Ну, это чуть подольше, тут надо откиньтесь, пожалуйста. Посвободнее, денег до буста. Димал, Дималма. Дискотека 90-х километров. Куда ведет любовь? Любовь – это мощная штука. Сравнима ли с нею гроза? Особенно если разлука далече любимые глаза. Без спроса счастливца настигнет и больше уже не уснет. Кого-то к безумству подвигнет, другого на подвиг толкнет. А коли характер имеешь, натуру лихого бойца, преграду любую сумеешь смести за нее до конца. Один такой знаковый случай в Бенгалии место имел. Парнишка любовью жгучей к соседке своей заболел. Насмешки в словах моих нету, иначе назвать это как? Ведь он в ожидании ответа был крайне готов сделать шаг. Красавица все понимала, учтивая бывая всегда, но в мудрости все ж полагала, заслужит пускай моя да. Глубинному поиску духа себя посвятила она. Не только ведь хлеба-краюха для нас в этой жизни важна. Построить, стремясь по крупицам, сакральный свой внутренний храм, однажды ушла ученица на месяц к святому во шрам. Хотя не страдал от безделья, работал, забыв про обед, сумел продержаться с неделю, безумно влюбленный сосед. Он утренний ранний порою, не в силах унять жуткий стресс, в обитель лукавой тропою несется сквозь сказочный лес. Не слышит волшебного пения, не чувствует свежести трав, летит сам не свой от волнения, под джунглям кружит, запутав. Всевышний шутник-искуситель смеется, как будто над ним, скрывая святую обитель, приют, что богами храним. Но все же любовь не подводит, хотя проверяет порой. Алкающий выход находит, удачлив и наш был герой. Наполнила душу веселье, и сердце забилось сильней. Подобное гнезду серой кельи, сплетенной вверху свет петлей, сидела безмолвно, прекрасно, влюбленных очей его свет. Спокойно, тиха, безучастно, не просто из сказки сюжет. По толстой, свисавшей лиане, он к девушке мигом взлетел, подобно лесной обезьяне, и рядом довольно присел. Какое же счастье быть с милой, не нужно услады другой. Любимая веки открыла, и брови поднялись дугой. Она удивленно спросила, да как ты забрался сюда? Ведь лестницу я не спустила, могла приключиться беда. Могу я в любой обстановке вопрос самый сложный решить. Залез я по толстой веревке, стараясь к тебе поспешить. Однако такого ответа счастливец, конечно, не ждал, который певца и поэта веками не раз восхищал. Действительно, парень ты ловкий, и любишь меня, знаю я. Но это была не веревка, а просто свисала змея. Не видя препятствий в дороге,